Над Сочи сейчас проходит серия атмосферных фронтов, которые влекут за собой ливни и шквалистый ветер от 20 до 22 метров в секунду. С 24 по 26 октября ожидаются сильные дожди, грозы, местами возможен град и сход селей. Уровень рек может подняться до неблагоприятных отметок. На участке Магри-Сочи возможны смерчи. Пик непогоды придется на пятницу. 25 октября количество выпадающих осадков за сутки составит от 60 до 80, то есть в два раза больше в последующий день. Во второй половине дня ожидается резкое понижение температуры, то есть до 15 градусов. 26 октября количество выпавших осадков мы ожидаем тоже от 20 до 40 и дальнейшее понижение температуры еще на 2-3 градуса. В связи с непогодой все службы переведены на усиленный режим работы. Сочинцам и гостям курорта настоятельно рекомендуют отказаться от прогулок у водоемов и при необходимости звонить по телефону 112. По прогнозам гидрометеоцентра, погода улучшится только к выходным.